перед всеми финалами, перед тремя финалами у нас будет небольшая пауза. Ну а пока у нас... Или как там? Как эта штука делается? Сейчас, я научусь. Лю Канг на втором джойстике, и он нападает велосипедным ударом на Скорпиона. Что ж, поехали. Тыч! Что такое? Брюс Ли Mortal Kombat выиграл первый бой, но сейчас лишь только кричит. После того, как в нос получает. Вот, напал, хорошо. Мое кунг-фу круче, вперед. Лю Кэнг, представитель Земли, кстати, в Mortal Kombat. Но Скорпион выигрывает. Скорпион выигрывает, много фанатов, да. У Скорпиона варенье. Ну и пока это только первый раунд, 1-1. Внутри боя. Вау! Да, хороший удар от Лю Кэнга. Ноги, хорошая растяжка у парня. Да что ж такое? Как мертвый падает просто после подсечки. Нападает Скорпион. О, хорош, финиш хим. Так, не пошло. Но, тем не менее, 1-0, да, 1-0 в пользу игрока на первом джойстике, который сидит слева. Но, еще раз всем напомню, первый джойстик сидит слева, а второй справа. Ну, в стриме вы это не поймете, ребят. Ну, конечно, вот этот человек, который на втором джойстике сидит. Это Лю Кэнг. Ду-ду-ду-ду-ду. Так, смотрим. Опа, иди сюда, малыш. Как жестко поймал. Хоп-хип. 28% от Скорпиона уже почти... Ой-ой-ой-ой-ой. Какое избиение пошло. Ну вот попал что-то Лю Кэнг. Так, спокойно. Вот Лю Кэнг начинает приспосабливаться, по-моему, потихонечку. Блочится Скорпион. Как Лю Кэнг-то выходит со своих хелсов. Вот, нежданчик. Опа, моменталочка от Скорпиона. Ну, вот Денджер горит, Лю Кэнг. Да, да, четко, просто, без лишнего. Нужный удар в нужное время, в нужном месте. Все хорошо, 1-0 во втором бою в пользу Скорпиона. Попадает тройнушку сейчас. О, Лю Кэнг, нет же ж. Да что ж такое, вперед, мочи его. Лю Кэнг, хотим борьбы. Но, по-моему, Скорпион жесток. Жестоко он ловит на апперкоты. Ну, вот сейчас не поймал, кстати, на апперкоте. Если вы поймали, тычка в нос. Оу, Лю Кэнг, хорош. Ну, равные хелсы. Апперкот, Лю Кэнг, красный, Денджер. Выигрывает воздух. Ой-ой-ой, как затащил. 1-1. 1-1. Неплохо. Раунд 2. Файт. Не, удар бешеный. Так, спокойно. Вилатова лучше всего будет делать, я уверен. Нападает Лю Кэнг, равные хелсы. Хороший апперкот. Скорпион, по-моему, начинает получать. Вот его, ах, никак его не поймали. Хорошее исполнение от Скорпиона. Не попал снова апперкот. Лю Кэнг какая-то быстрая нога, такой парень. Он перехватывает апперкоты постоянно. Но Денджер у Скорпиона, оба красных на самом деле. Тычка, ну же. Оу, Скорпион берет раунд. Да ладно, 2-0. 2-0. Как близок был Лю Кэнг сейчас. Как близок. Он тебя выбил? А, это еще и реванш. Смотрите, 2-0. И на самом... 3-1 в винерах. Лю Кэнг выиграл у Скорпиона. Но в лузерах идет месть. Вы понимаете, это реванш. Это реванш. Ну, может быть, волнение, знаете, вот бываешь, играешь дома, а потом приходишь на чемпионат, и ты ничего не можешь, потому что трясутся руки, дергается глаз, потеют руки, я не знаю, что-то не так, ты волнуешься. Надо расслабиться и тащить, как дома. Не напрягаться. Вот Скорпион тащит, как дома, вот Лю Кэнг попадает, плюет, огонь, не поп... Что дальше? Апперкот снова, не попал Скорпион, неплохо от Лю Кэнга. И... Ду-ду-ду. Ой-ой-ой, какая комбо прошла. Скорпион, матчпоинт. Матчпоинт у Скорпиона. Двойной. Два матчпоинта. Смотрим. А, да, он на своем телевизоре играет. Вот-вот, сказали, почему он тащит. Хорош. Каспер подсказывает мне. Все, все. Да, телевизор ближе к сердцу. Ну что, Скорпион может сейчас победить. Скорпион, давай, да, апперкот, говорят, ну Лю Кэнг может вытащить. Хорош, попал, прямые, попал. О, как жестко, отбился. Отбился, да, второй раз за эту встречу. И еще один матчпоинт у Скорпиона. Но либо Лю Кэнг сделает 2-1. Так, подсечка, в лоб с кулака, напрыгнул. Спокойно, комбо от Лю Кэнга.
не попадается змея из руки. Это подсечка пошла хорошо. Вот часто ловит скорпион на подсечке. Опа, 3, пошло. 4 даже, 22%. А жесткое нападение от Люкенко. Скорпион битый. Опа, пролетел мимо, ну же. Апперкот не попал. Быстрая нога, 2-1. 2-1, и посмотрите, да едет же. Пошло бруталити, хорош. Вот так вот. 2 матчпоинта отыграл и выиграл бой. 2-1. Это было жестко. А так следующий тур был близок-то. Так близок. В двух ударах от победы в этом матче был Скорпион, но... Но имеем то, что имеем. 2-1 и... Скорпион Кабал. Тут секретное оружие пошло в ход. Убрали Люкенга. Он сделал свое дело. Проиграл 2, выиграл 1. Ну и вот теперь Кабал будет разбираться со Скорпионом. Этот, по-моему, все-таки посерьезнее персонаж все-таки. Мне кажется. Так, немножко пропадает звук. Сейчас Саша нам его быстренько вернет. Кабал попадает, тычку, апперкот. Что дальше? Что дальше-то? Ой, вообще Кабал сейчас очень сильно по хлысам выигрывает. Но это ненадолго, это Mortal Kombat, здесь все быстро. Нападает, напрыгивает. Скорпион. Мало у Скорпиона. Кабал выиграл. Ну что ж такое, надо собраться, по-моему. 2-0 выигрывать. 1-0 в третьей. И такое не вытащить, это неприятно. Надо тащить. Расслабился, наверное. Надо собраться. Кабал накручивает захватами. Апперкот от Скорпиона. Смачно. Пошло. Надо тащить. Не блокируется Кабал. Ловится. Хорош подсечка. Удар в воздухе. Комбо не пошла. Подсечка. Еще одна. Апперкот прошел. Кабал красный, но он нападает все равно. Кабал, апперкот не... Ой-ой-ой, как играет Кабал в воздухе. Ой-ой-ой, мог сейчас все решить. Жернова пошли, доезжишь. Жестко, 2-2. Вилат, доброе утро, Вилат. Ну все. Ну что, с блокнотиком. Это комбы, да? На Mortal Kombat. Да, надо взять микрофон у Алина и все. И сейчас все пойдет. Вот так вот, все казалось просто. Было 2 матчпоинта в этом бое. Теперь 2-2 и решающая битва до 2. Влад, поздоровайся с людьми. Всем привет. Извините, что я так поздно. Но самое веселое еще впереди. Что так, я так понял, у нас Кабал в половине игр будет, да? Или больше? Ну, под конец пошел Кабал. Вот Скорпион слева, Кабал справа. Третий решающий бой до 2 побед. И уже... Флава с Виктори. Смотри, как... Ну тут самое главное Кабалом начать. Если начнешь, то все, беда. У Скорпиона матчпоинт уже третий в этом поединке, но вот сможет ли еще раз Скорпион вытащить? Давай, сейчас нужна раскруточка от Кабала. Нет, все, зацепил, все же не отпустит. Ну же, Скорпион. И в блок, хорошо, и теперь закрути. Одна тычка нужна. Поезжай, победа! Нет. А бруталити не прошло бруталити. Хороший бой нам показали парни, спасибо вам за это, ребят. Ну что, сейчас, надо, чтобы Вилат размялся на следующем поединке. Да, сейчас давай мне жестоких каких-то героев. Надо раскочегарить нам Вилата, и все будет жестко. Что? Так, Владислав, Захарчук, Товченко, Тарас. Я уже звал этих людей, и они занимают позиции. Да, Роман Романцов и Чубарев Артем, следующая пара, готовьтесь. Победитель этой пары чуть позже сыграет с Александром Гавием.